A body has been discovered! A body has been discovered! A body has been discovered! Доброго времени суток, уважаемый чач. Надеюсь, вы готовы зажигать. Вот. Итак, сойдет. Итак, мы продолжаем проходить, Данганронпу. Косплея Кокича сегодня нету, потому что косплей у нас на второй половине, а во-вторых, у меня простуда на ебальнике. А знаете, такая смачная у меня скачила. Сначала одна большая, и рядом с ней присоседилась еще одна такая мелкая мразота. Поэтому да, ну, не до косплея даже, если бы я хотела. Вот, сегодня пройдем первую половину суда. А ну, салаги, право руля! Поднять паруса! Взятый вам в жопу! Привет, тарелочка. Ты сказала, что тебе попадалась реклама Арканы в ТикТоке. Был ли там кто-нибудь, кто привлек твое внимание? Удачной игры. А, привет, Микамечка, спасибо тебе большое за донат. Кстати, большое спасибо Авокадо Сан за 3 савки. Мое внимание привлек Чилипиздрик. Спасибо, Мурыч, за подписку. Короче, такой носатый самец. У него разрез на груди, по-моему, у него красные волосы. И он чем-то на Кею смахивает. У него случайно... Джулиан, да, его зовут? Вот пишут в чате. Вот. Ну, я его запомнила, что у него нос очень красивый. Я обычно не люблю такие носы, но у него это выглядит органично. Почему ты решила разделять суды? Потому что очень тяжело все в один суд сразу. Особенно, если я в косплее сижу. Вот. Злафлауэр, спасибо большое за подписку. Небольшое объявление перед началом стрима. У меня теперь есть свой телеграм-канал. Если вы на Твиче, можете кинуть команду телега в чат, вам выдаст ссылку. Подписывайтесь, я туда шитпостю, как мразь. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Привет, тарелочка. Хотел просто похвастаться с дедом S1 и Ганькой, которые выпали мне за 50 круток. Всем хорошего настроения. Поздравляю, Персик, поздравляю. 50 круток и 2 голды, это охуенно. Спасибо большое за донат. Большое спасибо Мультифрути за подписку. Писканесса. Мурыч, большое спасибо за 5 подарочных сабок. И Авокадо Сан, большое спасибо за подарочную сапку. И Ксюша Сбе, большое спасибо за подарочную сапку. Ну, все, понеслось говно по трубам, как говорится. Я считаю, пока у нас летят сапки, самое время, да, подписаться на мой телеграм-канал. Вот, потому что, блин, так классно. Получается, туда можно писать что угодно. Вообще, просто. Да? Похуй. Могу мемы кидать, могу писать что-то. Ну, класс, класс. Но я сейчас буду много писать, потому что я такая на энтузиазме. Типа, классно, меня там все читают, прикольно. Вот, потом-то меня заебусь, естественно. Амутосуд, большое спасибо за подарочную сапку. Авокадо-сан, большое тебе спасибо за подарочную сапку. У нас хайповоз какого же уровня? Я в душе не ебу вообще. О, уже 5 уровня. Что будет телеги в основном? Хуй его знает. Шитпост мой. Я буду писать просто все, что мне в голову приходит. Лиамун, спасибо большое за 10 подарочных сабок. И это победа. Это победа. Я нихуя не вижу.
И это успех. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Привет, тарелочка. Экзамены позади. На карантин посадили? Можно и почилить за твоим стримом. Ждем разнос на этой и следующей части суда. Спасибо большое, Чикарида, за донатик. Спасибо. Давайте только сегодня, пожалуйста, без семейства Курочкиных донатах, потому что, ну, это было весело, но это мешало стриму. Я уважаю семейство Курочкиных. Приходите на стримы по Геншину. Вот там, вот там можете любой ролплей устроить в донатах. Вообще, как бы... Никто не запрещает. Артемон, конечно, а кто именно ты в семействе Курочкиных? Господи, это музыка, и этот поток сабок, он делает стрим очень хаотичным. Ксюша Сбер, большое спасибо за подарочную сапку. Неужели мы сегодня добьем 666 очков? Артемон, мать Полины Курочкиной. Ага, хорошо, хорошо, как скажешь. A body has been discovered. A body has been discovered. Так, давайте сейчас дождемся, пока закончится хайповоз. 2.5 минуты. Как раз сейчас еще тут донат. И начнем. Личинка кот меньше, чем 3 первый тебе донатик. Спасибо большое, Паковка, за донатик. Поздравляю с потерей донатной девственности. Спасибо. Так вот, пока у нас идет хайповоз, может, кто-нибудь еще сапки закинет. Значит... Так, подождите, сейчас я сама свою телегу закрою, а то у меня сейчас будет... Так вот, да, у меня теперь канал в Телеграме. Не знаю, что я туда буду постить, но планирую вообще все, что придет в голову. Шитпост, как бы, наше все. Мне никто ничего не сделает, если я буду срать туда сообщений. Никто. Вот, это раз. Спасибо, большое спасибо за подарочную сапку. Вот, а во-вторых, в субботу, мини-фан-встреча в ТЦ Авиапарк у стенда Геншина, Москва. Буду вас очень ждать. Если вы не сможете попасть на сам стенд, то ничего страшного. Я, если что, после него выйду, с его территории пообщаюсь с вами, не переживайте. Потому что, насколько я знаю, там регистрация на этот стенд. Нужно приходить заранее, чуть ли не с утра или где-то днем, если ты хочешь записаться на вечер. А я, собственно, буду с 6 до 8. Артемон, естественно, я тебя буду ждать. Конечно. Конечно, я тебя буду ждать. Вот. Короче, да. Если вы хотите со мной увидеться, то приходите. Есть те, кто придут? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Хочу посмотреть, есть ли такие люди. Спасибо большое, Златлавр, за подарочную сапку. Давай что-нибудь запрещенное, это же Телеграм. А что я могу кинуть запрещенную? Только свои сиськи. Но я не буду вам кидать свои сиськи, это вы слишком дохуя хотите. Вы не поверите, но мой канал в Телеграме, он такой пиздатый, что на него даже подписан Лексус, Шмексус. Понимаете, Кинчвен Вадим. Я не смогу его туда загрузить, слишком большой файл получится. И я не смогу его добавить, понимаешь, Артемон? Не выйдет закинуть член Вадима. Но не расстраивайся, не расстраивайся. Ты всегда можешь попросить члена мелкого у мелкого. Я думаю, он тебе обязательно поможет с этим. Так, если вы, блядь, придете с короны, не приходите, я болею. Точнее, я не болею, я не привита. Поэтому не приходите, если у вас ковид. Подумайте о людях. Так, у меня стиралку не слышно на фоне? Вроде не должно быть слышно. Так, и повоз у нас остановился. Все, погнали. Значит, Рёма был убит во время магического шоу Химика. А теперь Шуичи должен пройти еще один суд, чтобы исполнить желание Каеде. Угу, понятно. Та-та-дам. Так, а у меня больше навыков-то нет, походу. Подождите, нет, у меня есть навыки. A body has been discovered.
Спасибо, Авокадо-сан, за еще одну сапку. Так, я думаю, что бы еще купить. У меня 12 очков. Показатель напряжения будет расти быстрее. Безопасность прежде всего. Блять, шахта сознания. Легче толкнуть оппонента. Психотакси. О, господи. Экран будет чаще подсвечиваться. Можно взять первый удар. Или взгляд библиотекаря. Не, наверное, лучше взять готовый к стрельбе. Подождите, харизма. Блин, вот, чат, что лучше взять? Готовый к стрельбе уменьшает задержку после пули или клинков правды? Либо взять спокойно и сдержанно, немного стабилизирует прицел. Что лучше? Или все хуета? Готовый к стрельбе лучше? Спокойно и сдержанный, да? Ладно, давайте берем спокойно и сдержанный. Устанавливаем. Можем еще что-то купить или лучше поэкономить на следующую, чтобы купить потом. Ладно, давайте мы поэкономим. Давайте, у нас есть вот такие навыки. Начинаем удовлетворять КД Кируми 2020. Спасибо большое, Алексей Тихола, за донат. Так, погнали. Классный суд начинается. Дела-дела. Сайшо ни гаккю сайбан но кантанна сецумей о сите окимашо. Они поставили... Они поставили для Монодама тоже рамочку. Как мило.学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけが押し置きですが、もし間違った人物を黒としてしまった場合は、黒以外の全員が押し置きされ、生き残った黒だけが最終学園から卒業できます。ちなみに、 必ず誰かに投票してくださいね。投票しない人には死が与えられちゃうんだからね。 Спасибо большое, биолог, за сапку. というわけで、テンションバリバリ、クレイジーマックスな学級裁判の開幕だよ。 Блин, я очень хочу эти, когда они напротив друг друга стоят. Мне так понравилось, как это выглядело на прошлом суде. Я надеюсь, в первой половине будет. Это охуенно, когда они все взлетают. Хотя я думаю, если бы я участвовала в таком суде, и все стойки, на которых стоят люди, взлетели бы наверх, я бы, наверное, от ужаса, ну, типа, страшно, ты никак не закреплен, маленькое пространство, ты можешь пиздануться, я бы, наверное, от паники ничего даже не смогла бы сказать толкового. У меня просто были бы очень потные руки, я бы изо всех сил держалась за поручни, и все. Правильно, Тенка, правильно, Тенка. Нахуй Кокичи. Пускай сидит, молчит. Молодец, Тенка, просто лучшая. Всем таких друзей. Савашира-чан, これじゃ話が進まないよ。邪魔なんてしてないですよ。それに、どうせろくでもない話でしょ。
Да, блядь, Анджи. Сука, Анджи. Анджи блаженная, конечно. Канша шинай то бачи га оттатчау ё. Нани га камисама деска? Кенко ва сонна моно ни макемасен ё. Блин, а может это Анджи просто уебала, поэтому она так гасит. Юмено-сан ва Кенко га мамотте мисемас. Демо Юмено-сан га утагавареру но шиката га най ва. Хоши-кун га шинда но ва Юмено-сан но шоу но сайчуу десу кара не. Шикамо, шитай га суисоу но нака ни тоцузен аравареру нанте, суичуу дашитсу но трикку га канкей шитейру то шика омое най. Мажикку о окунатта Юмено-сан о утагау но ва жимэй но ри да ё. Соре ва чигау зо. Учи но суичуу дашитсу ни трикку надо най. Мика, вот, ну, Химика сама себя хоронит. Алева. Магоза кана. О, занакте. Дивун га ханнин жане это кото икен шоу. Магока. Аттара стеки да не. Фусиги миракуру да ё не. Де, Химико те Рёма о короши чатта? Шоужики ни Камисама ни кокуаку си чай на ё. Сейчас Химик такой... Они даже сказать ничего не дают. Я, Юмино-чан, а суичуу дашитсу трикку риоште Хоши-чан о корошитан да ё. Мне кажется, Кокичи сам не верит, что Химико убийца. Он просто такой: о! Го гасить Химико! То есть Кокичи это такой человек, да, вы когда играете в мафии, он такой: чё? Валера подозрительный? А го Валеру по приколу! Вот, то есть он из этих людей. Давайте Валеру, а чё, ну, это самое. Го, да будет весело, погнали. Не, Кокичи не мелкий. Мелкий это тот, кого мы убиваем по приколу. Это не мелкий. Вон-то зайка моя. いいからさっさとトリックの種明かしをすれば、じゃないと本当に犯人になるよ。ユメノさんをいじめるのもいい加減にしてください。こんなに小さいのに可愛いじゃないですか。かばいたい気持ちはわかるけど、ちょっと思いが先走りすぎかもね。 Как я и ожидал, все подозревают Химика. Но у меня еще есть сомнения. Я не могу допустить, чтобы это дело провалилось из-за недоразумений. Я абсолютный детектив. Камунакума, поцарапанные наручники. Так, подождите. Тело было обнаружено в спортзале. Наручники. Ладно, давайте послушаем, что они. Господи, блять, я забыла, какая тут ебаная система со словами, что тут надо голову крутить, чтобы все прочитать. その直後にタイムリミットが来て、星ちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアに、いや食べられて死んじゃった。ピラニアに食べられて。 Нет, стоп, прямо съели заживо, это же не факт. Вот причина смерти — утопление. Скажи, сын, да, мы не можем не кинуть этот финал. Это не так.
水中脱出の魔法にトリックなどない。いつまで言ってんだまな板女。Так, а как стрелять ровно в точку? Надо просто на нее навестись, да? Чтобы больше очков дали. А как замедлять? Как замедлять, сука? Да я, да, сука, на пробел. Господи, какая я тупая. その直後にタイムリミットが来て、コシちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアに、いやー食べられて死んじゃった。はっ、ずいばら。それは違うぞ。いや、コシ君はピラニアに食べられて死んだわけじゃないよ。ほら、モノクマファイルを見て。ここに死因は溺死って書いてあるよね。つまり星のやつは溺れて死んだってことだな。へえ、そうなんだ。モノクマファイルなんて見てないから知らなかったよ。おい、блядь、какие чуёки, паки, то что с тобой не так? 嘘を言わないでください。嘘つきは男子の始まりですよ。でもでも、それがどうした。ヒミコと水中で入れ替わったリョーマが溺れて死んだ後にピラニアにガブガブされただけでしょ。いえ、ユメノさんの水中脱出のタイムリミットは60秒しかありませんでしたし、ショーの序盤に入れ替わったとしてもその短時間での溺死は不可能だと思いますよ。だったら彼はいつ溺死させられたのかしらね。Когда Рёма утонул? Очевидно, что Рёму утопили до начала шоу. Сода. Оши-кун ва ано шоу га хажимару май ни суде ни декиши сасерале тейта хазу да ё. Боку мо доукан да ё. Крекио, прокашься ради Христа. ピラニアに襲われる直前の彼は水の中から逃げようともしていなかった。それどころか身白ぎ一つしていなかったんだ。Вы хоть одного знаете человека, который смеется как Кокичи в реальной жизни? Ой, Кокичи, как коряга. Как? Я даже не могу это физически сделать. Я когда пытаюсь это изобразить, на меня няшек смотрит как на ебанутую. Но отвлекается от вылизывания жопы и смотрит на меня как на конченую. そう、死んでいたんだよ。あの時の彼はすでに死者になっていたのさ。では、彼の死体はあの時までどこかに隠されていて、犯人はそれを水中に出現させたということですか？でも、どこに隠していたの？ショーの最中に水槽に出現させるとなると、水槽のすぐそばである必要があるけど。そんな隠し場所がどこにあんだよ？あのステージのどこかに死体を隠せる場所があったんだろうね。まあ、水中脱出トリックをやったユメノちゃんなら知ってるはずだけど。Как я буду на следующей неделе эту говно укладывать, я не понимаю.Как я ему буду эти пряди укладывать? Они же у меня будут просто выглядеть как сосульки сопливые. Ой, блядь. Юмено, мада юки ни нанне но кайо. Махо жа кара на. Коко маде ютте кото ва. Вот так, нет. Хонто ни аре тте махо нан жа. Зайка, посиди в стороне, помолчи, пожалуйста. Анта ва таматте те. Ки-ки-ки.
夢野さんは徹底してるね。まあ夢を与える人間は徹底的に嘘つきでない。Вот это, конечно, надо умудриться пропускать стримы с рассылкой три раза подряд. Косплей Кокичи будет на второй части. Я так понимаю. Да, да. Удачного стрима. Да, да, будет на второй части. Вот, спасибо еще за донат, Стимкек. Да не, я разберусь с укладкой парика. Просто это надо будет своими ручками делать, а ручки у меня как бы, ну, не из плечей растут. На следующем фритайме идем к Тенка на свидание. Напомните мне, если я об этом забуду. Ну, если Тенка сейчас не убийца. Ну, это будет вообще супер-мега-ход. お父さんの色々と大変なんだよ。けど参ったな。死体の隠し場所を突き止めるためにも水中脱出の方法をはっきりさせておきてえところだが。肝心の夢野さんがあれではね。だったらみんなで力を合わせて卑弥呼のトリックを解明させるぞ。 Хонтони. Ты зачаровали мою зайку. Это что, что-то от Нинтенды? Кокич не подозревает химик. Он полезен. Если воспринимать все, что он говорит, наоборот. Он проговаривает тупость окружающих. Нафига, какой Кокич на самом деле глубокий. Спасибо, Алексей Тихолас. Да нет, ну, понятное дело, что Кокич не настолько тупой, чтобы на полном серьезе подозревать химика. У него вся жизнь это фарс. Артемон пишет, что Кокичи не глубже глотки его глотки. Артемон, насколько глубокая у вас глотка? Я стесняюсь спросить. Мы обязаны выяснить, как химик исполнил свой фокус. Если мы не сможем понять этого, дело никуда не продвинется. Так, наручники, пиранья, гонт, резервуар. Наручники. Привет, Эля. Хочешь посмотреть комикс, где из-за эксперимента Альбедо Кей превратился в ребенка и как на это отреагировали Дилюк, Тарталья и Джунля? Если да, скину в группу. Да, кидай, Силис Маус. Только автора напиши, пожалуйста. Спасибо большое за донат. Так, пираньи оказалось больше. Ягичка Шу. Во время этого в резервуаре никого не было. До того момента, как были сброшены пираньи, Гонта не видел рёму в воде. ノさんが水中から脱出した方法ですか。水槽の上からこっそり出ただけとか。それだと絶対に見つかるでしょう。ステージのどこかに仕掛けがあったはずよ。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。 水槽に抜け穴でもあったんじゃない。きっと本当に魔法なんですよ。ネカスナダ согласиться。水中脱出したんだね。おお、もう一回言ってほしい。夢のは二人いたとかな。で、どっちかは白金の変装とかな。だからコスプレは変装じゃないんだって。 Короче, надо согласиться, по-моему, там. ユメノさんが水中から脱出した方法ですか。水槽の上からこっそり出ただけとか。それだと絶対に見つかるでしょう。ステージのどこかに仕掛けがあったはずよ。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。水槽に落ちてた四角いガラス板はどうだ。水槽に抜け穴。Да, мы согласились. Не сансе да. Он такой радостный. Такой сразу же и чирадостный. Радостный. Содайо. Харукава сам ютори да. Ано суйсо. Понтони оттан да. Буква
夢野さんの研究教室でショーに使われたのと同じ水槽を調べたんだけど、水槽の側面の一部が開く仕組みになっていたんだ。あれが水槽から脱出するための抜け穴だったんだよ。極まって力を強く。おーい、ブリャーッ。サイハラさんのその推理はおかしいですよ。Неслось говно по трубам. Укашите. Нанига. Бунга! Сонна кото нимо кизуканай атари ва. Шосен ва Сайхара-сан мо данси десу не. Уааа! Сонна данси нива Тенко га ацуи кобуши то генгицу во татаки конде яримас! Схватки аргументов, клинок правды, старт! 水槽の側面が開いたからって。いや、やさぶわ、かくれず。水中脱出とは関係ありません。ああ、わかる。彼女抜け穴なんて使っていません。天子はそう強く確信しています。というわけなので、殴りますね。マンクスはようだい。ちょっと待ってよ。殴る前に聞かせて。確信しているって何か根拠でもあるの？だって水槽の穴から外に出たら一緒に大量の水も出てしまいますよ。そうしたら周辺は水浸しじゃないですか。そんなのマジックとして成立していません。すぐにバレちゃいます。というわけで今度こそ殴りますよ。Так, мокрая лестница. Да, ты. Суисо на анакара сото ни ищо ни тайлио на мизу мо дете шимаймасу ё. Соу стара шюхен ва мизу миташи дэн. Сонна но мажикку тоште сэйрицу штеймасен. Сугу ни баре чаймасу. Тою ваке де, кондо косо нагримасу ё. Подождите, а как мне ударить именно этим клинком? На правую кнопку, наверное, да? Да, ты. Суисо на анакара сото ни дета ра ищо ни тайлио на мизу мо дете шимаймасу ё.そうしたら周辺は水浸しじゃないですか。その言葉切ってみせる。もちろん辺りを水浸しにしないためのトリックもちゃんとあったんだ。水槽に取り付けられていた階段だよ。あの階段が設置されていた位置をよく思い出してほしいんだけどさ、あの位置は水槽の抜け穴がある位置と全く同じなんだ。つまり水槽の抜け穴は階段の内部とつながっていたと考えられるんだ。階段の内部って、じゃああの階段って中に入れたの？それなら夢野さんの水中脱出の方法もはっきりしてくるよね。ちょっとグラス取ろう。夢野さんが水槽に入った直後、ショーの演出で水槽にカーテンがかけられると同時に、水中の夢野さんは水槽の抜け穴から階段の内部に入るんだ。その時溢れた水は階段の内部にたまるから周囲が濡れる心配はない。そこから外に出る時はどうするの？もちろん階段に脱出用の扉もあったはずだよ。きっとステージ裏側の側面が開く仕組みだろうね。Серьёзно? Это так работает? Это так просто этот фокус разгадывается? Капец, я думала. 扉は側面全体が開くわけじゃなくて、下の方は開かないようになっていたんだと思う。それなら水を階段内部に残したまま本人だけが外に出ることができますね。ただし本人はびしょびしょに濡れているはずだから、周囲に完全に痕跡を残さないのは不可能だ。それでステージ裏の階段周辺にあんな水たまりができていたんだね。夢野が階段の側面から出た時に濡れた服から水が滴ったんだな。どうなんだよびしょびしょビッチ。
Как выдвинули ее сцену-то? Кону ханно караште. Сэйкай митай да не. Демо, фуку га мурете та тте иимашта кедо, Юмено-сан га суйчу дайцу о сэйкоу сасета токи ва. Трепещите восхитительной подводной. Соне. Канужо но фуку ва мурете инакатта ва не. Нет, магия не имела никакого отношения к тому, что ее одежда не была мокрой. Ее никогда не было в воде. Она переоделась в другую форму. Сода. Сейфку кигаета карада, ё. А волосы? 寄宿舎には予備の制服が何着も置いてあったはずです。それをあらかじめステージ裏に隠しておいたのですか。そういえば、ひみこって今朝制服と думаю, Химико сейчас просто будет истерика, что ее раскусили. そっか、 タオルも置いてあったんだね。 まあ、短時間で髪を完全に乾かすのは難しいだろう。 Поздравьте меня с потерей донатной девственности. Юлечка, мне понравилось, как ты проходила квизы по Юльт. И я решила сделать такой по В3. Он без спойлеров меньше, чем 3. Ой, квизики? Спасибо большое за донат, волшебная фиш. Поздравляю с потерей донатной девственности. На какого персонажа из Данганронпа по В3 ты похожа? Чат, чё, пройдём? Сука, меня опять забайтили на тестике. За что? Меня снова байтит. Хорошо, давайте по фастику пройдём. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, как красиво сработал захват экрана. Сразу же сконцентрировался на самом главном, что есть вообще. Ну, тестики, значит, тестики. Это святое все-таки, да? Значит, да, тестики мои тестики. Написано, что без спойлеров. Ну, написано, что без спойлеров. Максимально бесспойлерные. Максимально бесспойлерные. Давайте. Ой, блядь, 25 вопросов. Ой, как много вопросов. Так, давайте сейчас кину в оба чата. Сразу же. Все, все передумали, да, проходить тестики? Взаимодействие с остальными участниками. По минимуму. Ты оказался в безвыходной ситуации. В каждой ситуации есть выход. Кто был бы моим патронусом? Ну, естественно, кот. Мой факультет как-то вран. Ты интроверт или экстраверт? Наверное, я интроверт. Так, ой, господи. Что я могу рассказать другим о своих увлечениях? Ты влюблён, что готов ты сделать ради достижения взаимности. Я постараюсь сблизиться. Я не Яндера, конечно. Кто там уже успел пройти тест? Какие вы быстрые! Нормально, у вас полно времени. Готов ли ты быть лидером? Ну, если придется. Загорается машина! Если ты в поддержке при одолении трудностей. Что ты можешь сказать о своем юморе? Ну, у
мои шутки часто не понимают. Гении этого мира бывают недопоняты. Вот. Какая бы роль у тебя была, попади ты на убийственную игру? Выживший? Много ли у тебя друзей? Несколько. Тебе страшная тайна. Насколько ты энергичен? А как назад вернуться? Назад уже никак не вернуться? Я передумала в вопросе про тайну. Энергии у меня мало. Как часто ты лжешь? Ну, иногда. Подпёздываю. Грешна. Готова ли я использовать других ради достижения своих целей? Безусловно. Да, я эмоционально. Командный ли я игрок? Да. В чем ты нуждаешься в данный момент? Где деньги? Где пункт деньги? Хорошо, будем считать, что поддержка это равно деньги. Я ненавижу, когда... Мам, я не хотят слышать. Важно ли мнение окружающих тебе людей? Важно. Итак, я кибо. Вот. Ну, заскриню на память, так сказать. Надеюсь, кибо не умрет, потому что тогда я очень расстроюсь. Чат, пишите, кто вы в этом тесте. Давайте я вам еще раз кину на него ссылку, чтобы вам было что проходить, пока я туплю в игре какой-нибудь. Злой художник, ты тоже кибо? Поздравляю, давайте объединяться, кибо. А с кем шиперят кибо больше всего? Его с кем-нибудь шиперят вообще? Сейчас придут кокичкини и забулят. Нет, меня забулит мелкий! Нет! Пожалуйста, не надо! Его шиперят с Миу. А, ну логично, кстати, с Миу. А с кокичи, типа лавхейт. Скинуть вам тест телегу? Ну я после стрима кину. Нет, кокичикини, пожалуйста, не надо меня бабулить, отойдите, пожалуйста. Продолжаем. Юмено-сан ва ками га мижикай уэ ни боуши мо кабуттэру. Вот почему пофиг на волосы. Скоши курай муретэте мо даре ни мо кизукаре най дароу не. Муремасен ё! Юмено-сан ва мизу ни ва муренай таишитсу нан десу! Донна таишитсу? Юмено, соро-соро каннен штара доу да? Учино. Макиджа. Это же ее жалко немного. Адвокат! И мы приготовили особую казнь абсолютного ютубера госпожи Тарелочки. За что? Я ничего не сделал! Я невиновна, отстаньте! Не бейте, лучше обоссыте. Яппари не... わかってたけど。ただ水槽に仕掛けがあったのは認めるが、うちがそれを使ったとは限らんぞ。あ、ну отмазывайся, отмазывайся до конца。うちはあくまで魔法によって水中脱出しただけじゃからな。だからいつまで言ってんだ。てめえは頭もドブスか。まあ、これで水中脱出の方法もわかったことだし。 さっさと話を進めようか。星君の死体が隠されていた場所ね。今の話から考える限りだと、おそらくその階段の中のスペースでしょうね。でもそこはユメノさんが脱出に使うスペースだよね。ぜひ、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 ぜひ
Конкура Кэн, ты хентай же не ка! Ой, кто бы говорил, Мил? Ие, это не так, я думаю. А соку не ва, втари доджи не хайрэру хироса ва аримасэн. Сонна не окина кайдан демо най ши. Икра Хоши-кун то Юмено-сан га когара демо, музыкаши то ому. Мне нравится, как Сумуги подчеркнула, что даже Химика с Рёмой не поместились. Даже два вот этих черепистрика бы не влезли.
同時に入る必要ないよ。入れ替わりで入ればいいだけだから。水槽から階段のスペースに入るとき、そこにあった死体を引っ張り出して、代わりにスルスルっと自分が入れば、ほら、あの時の状況が完成。Ну это все хуйня, мы же знаем, что химика не убийца. Давайте смотреть другую сторону. ヒミコはそうやって自分とリョーマの死体を入れ替えたのだ。待ってください。どうして夢野さんがやったって決めつけるんですか。むしろヒミコ以外に今の方法ができた人っている？Да хватит ее так выдвигать вперед. Анджи-сан, а почему? Ещё не кодовшей та Юмено-сан во уйцмерун деска? Тенко косо Химико но кото о кабаттеру кедо, соно Химико га ханнин даттара доу суру? Тенко но сей де минна синун да ё. Камисама ни инори о сасагеру хито мо инаку натчау да ё. Тенко ва соре де мо ии но? Реснички классные. Да интересно, это она наращивала или это накладные? Нидесьё! Ооо! Что? Даре ни нани о иваре ё то, Тенко ва синжите имас. Юмено-сан ва хито о коросу ёна хито жа аримасен. Тенко ва со синжите ирун дес. Тетка такой хороший друг. Она, конечно, ебу бошенька, но вот прям для подружек она такая пуся. Молодец, молодец. Она джокио даро то. Синжи тай то сра синжи раренай нара. Тенко ва синда хоу га маши дес. Дакара, Тенко ва сайго маде Юмено-сан о синжимас. Монакума, показания Гонты, показания Кокичи, показания Гонты, показания Кокичи. А чё? А, дружба с насекомыми. Анджи и Химико тоже принесли. Но штай его суйчуде ирекайраре та нова Химико шка инай да ё. Юмено-сан ва зибун га суйсоу кара дашитсу суру сай ни кайдан но нака кара штай о хиппари даште ирекавари де соно нака ни хайттан да не. Соре о мита то демо юн деска? Сасуга ни миру но ва фуканоу ё. А ну так я шел на сайчу, да, так она. Суйсо у него катен на какая-то. Нет, ты ёбаный нахуй, ну за что? Сука, я не могу это так крутить голову. То, что Химико и Рёма поменялись в один местами, возможно, но я чувствую, что упускаю какую-то важную деталь. Какую я могу упускать важную деталь? Может быть, показания Гонты? Да, наверное, показания Гонты. Юмено-сан ва зибун га суйсоу кара дашитсу суру сай ни кайдан но нака кара шитай о хип. Блядь, нет, не туда. Ксо! Так, думаем, думаем. Рёма на штай во суйчу де ирекайраре та нова Химико шка инай нда ё.
夢野さんは自分が水槽から脱出する際に階段の中から死体を引っ張り出した。ヒミコは引っ張り出した。ヒミコは引っ張り出した。入れ替わりでその中に入った。ちょっと組み合わせにしたね。それを見たとでも言うんですか？さすがに見るのは不可能よ。あの時はショーの最中だったから。水槽にはカーテンがかかっていたもの。つまり誰も見ていないってこと。Да! Есть! 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 Это победа! Это победа! Но это победа не для моей шеи, конечно. Я... Суисоу но нака о митейта хито нара итан да. Гонта-кун да йо. Шоу но сайчу ни стейджи ни агатта Гонта-кун ва... Уэ кара суисоу но нака о митейтан да. Соу да йо не, Гонта-кун. Ммм... 見るには見たんだけど、でも誰もいなかったよ。誰もいなかった。うん、水槽の中には誰もいなかったんだ。いや、それは大きな手がかりだよ。だってもし階段の中に星くんの死体を隠していたなら、夢野さんがその中に入るとき星くんの死体を外に出さなくちゃいけないはずなんだ。だってあの階段には2人が同時に入るほどのスペースはなかったからね。でもゴン太くんが水槽の中を見た時、そこに誰もいなかったってことは、階段の中に星くんの死体を隠していたって考えは成立しなくなるんだ。無理やり2人同時に入ったかもしれねえだろ。入れ替わりを目撃されねえようにな。けど目撃を警戒すること自体が。получается, Рюм был в резервуаре с пираньями, а как пираньи его раньше времени то не сожрали? Гонта くんが水槽の中を見たのは偶然で、本来はカーテンで見られないって前提があったはずだよ。だとすると、無理して狭い階段の中で死体と入れ替わろうとは考えないはずです。むしろ死体を水槽に出してから入る方が素早く楽に行えるので合理的です。じゃあ星くんの死体が隠されていたのは階段の中じゃないの？だったら死体はどこに隠されてたんだよ。はっきりしねえと無差別的にぶっ殺すぞ。ミュウミュウ、スパコイナスパコイナ。Куда спрятали тело Рёмы? Нам нужно обозначить это.Ясно, что оно не было внутри лестницы. Но тогда где? Ну понятно, резервуар с пиараньями. Хоши-но штай ва доко ни кокуште аттан да ё? Понтоу ни кайдан-но нака жа наин да ё не? Юмено-сан га хайру спейсу шика аримасен ши не. Даттара картен-но ура ва доу деска? Соко кара суисоу ни хайру чудан га арета.可能性としてはありえるかもしれない。Да, господи, твою мать! むしろ死体は…Я не могу, меня это просто… Эта игра меня выводит из себя нахуй своими поворотами текста. Зачем они это сделали, блядь? Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. Ух, первый донат. Стрим. Увы, буду смотреть в записи, так что удачного прохождения, тарелочка и чат, а я ливаю. Спасибо большое, бродячая мышь, за донат. Позовись по тебе донат на девственности.ずっと水槽の中にあったけど、アンジーたちに見えてないだけだったり。かなり特殊な視覚効果でもないと無理だよ。ピラニアが入っていた水槽は？そんなところに死体を隠してたら、先にピラニアに食われちまうだろうが。でも死体とピラニアが分断されていれば。キャッチ。星の死体はどこに隠してあったんだよ。本当にか階段の中じゃないんだよ。ユメノさんが入るスペースしかありませんし、だったらカーテンの裏はどうですか？そこで水槽に入る手段があるのか、可能性としてはありえるかもしれないですね。ピラニアが入っていた水槽は？だ。そんなところに死体を隠してたら、
先にピラニアに食われちまうだろうが。でも死体とピラニアが分断する。だ、есть победа, победа, Сансен, да, да. Шиноджи-кун の言う通りだ。死体とピラニアは分断されていたんだよ。Спасибо большое, Хахака, за подписку. 水槽の底に落ちていたあの四角いガラス板でね。やっぱりそうなんだね。あのガラス板を仕切りにすれば、水槽の中にピラニアのいないスペースを作ることができる。Я понимаю, не самый подходящий момент, Доната, но я впервые лично зашла на стрим, чтобы спросить, помнишь адвокатов, и то, что ты закончила их в первый реран деда, так вот уже два, а адвокатов нет. Так на следующей неделе как раз третья игра адвокатов. Видите? Видите? Я все продумала. На втором реране деда мы закончили, на третьем реране деда мы возвращаемся к адвокатам. Видите? Видите? Я так и задумала. Вот. Так что на следующей неделе приходи, молоко. Спасибо большое за донат. Сосреба. Пирания не осоварезуни. Ано нака ни штай о какуште оку кото га декиру хазу да йо. Даттара штай га каксарете ита башо ва Пирания га хайте ита суйсо де манчай най да не. Поднять парусан! Я сребам в жопу! Поздравьте, я труп, Рёма. Поздравляю, Вайт, а я робот. Дай 5, бро, спасибо за донат. Пираньяが落ちてきた時、ゴンタはステージの上にいたでしょ。みんなよりずっと近くで見ていたから気づいたんだと思うけど、あの時たくさんのピラニアに混じって何か大きな塊が落ちてきた気がしたんだ。Как только таймер достигнул, я прозвонил будильник, и тогда но резервуар распахнулась, и мутная вода, полная темных фигур, упала прямо в резервуар, внутри которого была химика. Let's go, lesbians, let's go. Спасибо, Алексей Тихонов, за донат. У нас сегодня подпик стрима. Кстати, к записи предыдущего стрима по Ромпе кто-то написал в комментариях, что специально замедлил видео на том моменте, где падали тела, и что там реально было видно тело Ремы. То есть это можно просмотреть на минимальной скорости, и будет заметно, что походу там Рема. Но я не знаю, я сама не проверяла, но скорее всего это прям можно реально увидеть. あの水槽って正面がガラス張りだったわよね。つまり正面から丸見え。ты как-то говорила, что можно отдельный стрим замутить по тестикам. Может, реально на следующей неделе такой проведешь, как раз отдохнешь от сюжеток. Ну можно, можно отложить адвокатов не на следующую неделю, а через следующую и попроходить тестики, если вам такое будет интересно. Я создам опрос в группе, если людям понравится, тогда устроим. Спасибо, кот Шрёдингер, за донат. Косплей Кибо не будет. Я не представляю, как его косплеить. 死体とピラニアを分断するためにガラス板を仕切りにしたって言ったけど。うんうん、конечно, конечно, безусловно, шо。その方法で死体を分断させることには、同時に死体を隠せるって利点もあったんだ。あ、получается, вот этот резервуар, он со всех сторон был стеклянный. Я что-то сейчас подумала, что он только с одной стороны был
стеклянная, а с другой стороны было закрыто. С других сторон. А? Как убийца смог спрятать тело в резервуаре с пираньями? А как? Нажала. Коррега. А, просто пираньи, серьезно? Пиранья да ё. Штайва пиранья де каксарете итанда. Пиранья де? А освещения, по-моему, нет в уликах. Сосана токи ни Анджи-сан га иттетан да кедо са. Пираньи спрятали тело. Ну все, дело решено, пираньи убийцы. Заметил сразу после начала шоу, мне показалось, словно пираньи стало намного больше, чем вчера. Пираньи Очень забавно сидеть на стриме Паранпен, когда на уведомлениях стоит смех Манакумыча. А как ты это сделала, Письканесса? Ты типа на уведомление с рассылки поставила Манакуму? Блин, прикольно. Спасибо еще за донат. А пираньи не жрут друг друга, нет? Потому что они не могли просто в панике начать друг друга хавать. Или пираньи не занимаются людоедством, каннибализмом. Состе пиранья га мишью шта вун даке оку мо мие никуку нару хазу дакара. Соре га некакуши гавари ни натте оку но стаи о какуште ита тою ваке не. このスキリ板は蓋じゃな。ピラニアの水槽についていた蓋じゃ。あの蓋は簡単に取り外せるようになっておったから、それをスキリ板として悪用したんだ。どうでもいい補足をありがとう。何言ってるんですか。重要な補足ですよ。ふむふむ。蓋なら少し大きいかもしれませんが、 斜めにすればぴったりはまりそうですし。いや、さすがはゆめのさんですね。ま、ここまで証拠が出揃ってんなら、死体の隠し場所はピラニアの水槽で間違いなさそうだな。おめでとうございます、ゆめのさん。これでゆめのさんが疑われる理由はなくなりましたね。え、сейчас коки челлендж。Секундочку。Позвольте не согласиться с вашим выводом。 あ、そうなのか。だって水中で死体と入れ替わったんじゃないなら、必ずしもゆめのさんの犯行とは言えませんからね。他の容疑者も考えられるってだけで、容疑者から外れたわけじゃないけどね。それでも大いなる進歩なのです。よかったね、ひみこ。きっと神様も喜んでいるよ。 А то мне представляется каким-то котиком теперь. Как няшек. Няшек, кстати, сейчас так красиво спит. Так сладко. Господи, какой же он красивый. Уцвано чичей камисама дана. Я. Инджа. Варуйно Анджи дева най.
悪いのはこの学級裁判、この殺し合いなんじゃからな。ねえ夢野さん、どうしてそんなに心が優しいんですか。と神様も言っておるからな。おえジャガー、イケメンの神様がふて寝してしまったとは残念じゃわい。Тенка очень много, блядь, на этом стриме. Господи, на этом сути очень много. Я надеюсь, если ее кто-то следующий пизданет, то что она болтливая. Сеннога! Маруде токете най! Демо, Тенка ва акирамемасен йо! Корешки ва о-чаноко дес! Сука! Доу сун да йо! Кеккёк фуридаши ни модотчиматта жа не ка! Фуридаши тте нонде? てめえは偏差値5か。全員が容疑者ってことは振り出しってことだろうが。そうだよ。全員じゃないよ。容疑者はアリバイのないやつだけだからね。あ？アリバイってなんだよ。ああ、色豚に分かるわけないよね。しかもない。順を追って説明してあげるよ。おい、どうしっかっこいい。色豚？犯人は体育館でピラニアの水槽に仕切り板を入れたり、そこに死体を隠したりしたみたいだけど、体育館でそんな細工ができる時間なんて実は結構限られてるんだよね。ナイス。Спасибо большое за подписку, моя струется Лен. Здесь я правильно прочитала. Спасибо. Первый, второй месяц подписки в жизни.Кокичи поднял довольно важную тему. Убийца мог подготовить все это лишь в один временной промежуток. Nice. Спасибо большое, Настюша, за подписку. Рад тебя видеть. Киноно Йорджикан Майда, не? Аттари! Сасгава, чокококюно тантэй да не? Матэйо!なんで昨日の夜時間前ってわかるんだ。今のは消去法で考えればいいだけのバカみたいに簡単な問題なんだけど、仕方ないな。頭の弱いビチコちゃんのために説明してあげるか。Видел, у меня имерные смайлики появились. Как тебе? ビチコ。Такое ощущение, что Миу понравилось, что ее обозвали, честно говоря.まず夜時間は体育館が閉鎖されている以上可能性はなくなるんだ。夜時間に体育館に入るとなっちゃうからね。オイラの肛門がね。サイレンや。そして夜時間が明けた後、つまり今朝のショーの前って可能性だけど。いやそれはないよ。今朝はアナウンスが鳴る前からアンジーとヒミコが体育館の前で待ってたんだぞ。というわけで残された可能性は昨日の夜時間前しかないんだよ。こんな簡単な問題を間違えるようなやつはそのピロンタピチコチャレベルの恥ずべき存在だよね。ナスアンチトクシチナコミュニティ。ヒグヒグ。ладно, если это нравится, то продолжай.つまり犯人は昨日の夜時間前に星君の死体をピラニアの水槽に入れたのね。だったら彼が殺されたのも昨日の夜時間前ということになるわね。やった、これで犯行時刻が分かったね。けどまだざっくりしてんな。もっと時間を絞れねえのかよ。Я уверен, что мы сможем сделать это, если проанализируем полученную информацию.Нет, не оно. Шмотта! Да ёлки-палки. Так, какая улика поможет определить время смерти Рёмы? А, ну вот. К
これだ。星君の目撃情報をもとに考えれば、彼の死亡時刻をもっと絞れるんじゃないかな。ねえ、東条さんはみんなに聞いていたよね。星君、ええ、最後に見かけたのは極原君だったわよ。え、そうなの？ゴン太さんが最後に星さんを見かけたのはいつなんですか？みんなを昆虫で和もう会に誘ってる時だから。Приглашать это громко сказано, Гонта. 最後に目撃されたのが。あの шалаги право руля! Поднять паруса! Ясель вам жопу! И Пепперонис, почему все последователи АТО разговаривают как Макото? Что это за странный голос озвучки, я не понимаю. Спасибо, Алексей Тихолаза, еще один да-да. 夜8時から夜10時までが犯行時刻ということになるわね。その時間のアリバイがない人を探せばいいんだね。それなら簡単そうだよ。Да, да, было бы все так легко, мы бы суд не делили на две половины, коряга. だって、その時間帯は大半の人間がゴン太君に捕まっていたからね。確か、あの場にいなかったのは星君以外だと。Короче, чекайте, убийцы среди тех, кто был у Гонты в заключении. Вот инфа сотка. Боже, что началось? Соно джико гисе но сэшин ва уцукуши сугиру ё. Не то чтобы мне это не нравилось. Цуиде ни, коре мо саки ни итте оку ва не. Ханкоу джикоку но йору 8 жи кара йору 10 жи маде но айда нан дакедо, ватаси ва хитори де тайкукан ни итте иру ва. А? Тадаси, хон но 5 фун курай ни. だとしても、そこまで自己申告する？自分で自分の首を絞めてるようなもんだよ。いくら5分くらいっつっても、体育館に一人でいたのは怪しすぎんだろ。犯人は、そのメイドババアで決まりだ！てめえ、決めるのが早すぎるよ。ちゃんと、他の人の話も聞いてみてからにしない？そんなもん、必要ねえ。Боже, прекрасно, Мио, прекрасно сказано. Великие мысли великих людей. Десга Ирма-сан ни датте, ханкоу джикоку но арибай ва аримасен ё. Оре-сама о утагаттен но ка? Оре-сама ва тайкукан га доко ни ару но ка мо сиранен даса. Соу ятте муда на усо маде цуку кара, Ирма-сан ва утагааре чан да то умау ё. Так, а чё Кируми делала в спортзале? Мы вернёмся к этому вопросу? 他にアリバイがないのは桃田君と春川さんだね。君たちの言い分も聞かせてもらおうかな。Какие-то косвенные манипуляции в спортзале ты точно были? ずっと自分の研究教室にいただけだよ。体育館なんか行ってない。でも誰もそれを証明できないんだよね。で、桃田ちゃんはそのしょぼひげからしてかなり怪しいよね。Как ты смеешь такое говорить про Диму Билана, Кокичи? どこがしょぼいんだ。むしろセレブ感丸出しじゃねえか。Привет, Ким. アリバイがない4人の中に犯人がいるのは間違いありません。申し訳ありませんが、君たちを疑わざるを得ない状況です。誰ですか？誰が犯人なんですか？待てよ、なんで俺が疑われてんだ。さっきから大活躍してやってるのによ。思い出したぞ。俺様にはアリバイがあったんだ。私が怪しい。слишком много людей, слишком много людей на экране, помогите. 俺は犯人なんじゃない。
О нет, снова панические дебаты. Читаю мысли, да? Вообще, на самом деле, Кируми очень подозрительно себя ведет. В плане, она такая, типа... Да, я сразу подставлюсь, но это я делаю ради нас всех. Да, я была подозрительно вместе. Но я просто такая честная, искренняя. Я всегда так делаю, когда мы играем в мафию или в Амогус. Типа, да, я была рядом с трупом, но это исключительно потому, что я честный человек, и я горю за победу. Привет, отдаю тебе свой первый донат. К сожалению, мне нужно уйти. Удачного стрима. Спасибо большое, Кагета, за донат. Поздравляю тебя с потерей донатной девственности. Ну, приятель, ты абсолютно прав, но позволь мне сначала дать тебе еще один урок. На этот раз в панических дебатах будет еще и оглушительное заявление. Это когда один из твоих оппонентов громко выкрикивает свое мнение. Он блокирует все высказывания, даже видя слабое место, опровергнуть его ты не сможешь. О нет, что же мне делать? Ты ведь об этом и подумал, да? К счастью, здесь все похоже на белый шум. Заткни его глушителем, нажав ЛКМ. Как только ты это сделаешь, все аргументы будут снова слышны. И там ты просто стреляешь нужные пули в слабое место. Тут-то ты правила знаешь, надеюсь. Спасибо за понимание. Сейчас я покурю перед началом этого пиздеца. А, у меня закончилась сигарета. Сейчас вернусь. Я не могу начинать этот режим. Ой, если б мне нужно было алкоголь, я бы взяла алкоголь. Немного не в тему, но по поводу вертящегося текста. Наверное, на портативках это смотрится довольно креативно. Но напрашивается следующий вопрос. А разработчики знают ли они вообще о существовании ПК-лол? А изначально портативки проходи... О, господи, выходила. Не на ПК сразу, третья часть. Спасибо большое, Миника, за донат и за информацию. Да нет, даже если бы я в это играла на, не знаю, том же свече, тоже было бы не очень удобно крутить. Собака, он убийца. Я не убийца. Ты стоял возле трупа. Я оплакивал. Все по факту. Здравствуйте, Боди. Вы пришли тоже пооплакивать? А, ты пришла к Няше куда ебаться? Иди, 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 да, да. Давай, иди, иди. Иди. Помогите! Правила бассейна, маки одна. Кто хищник съебался? Не понимаю, он не может любой момент ебать. Маки охраняла свою лабораторию. Что ты был даже в женском туалете? Так, видевший Рёму. Показания Кокича. Злой художник такая булочка. Репипиронист, давайте его казним. А за что? За что? Какие доказательства? Спасибо за донат, Алексей. О боже. Тихо. Нет! Блять! Ну ёпры. Я ненавижу тебя! Вот это не так!
ずっと体育館にいたんだよ。はい、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 教室のロッカーに隠れたり、コントから逃げてた、トイレに隠れたりしてな。Мне очень тяжело, я не понимаю, что нажимать. Привет, что пропустил? Ой, много всего, чел. Тут такие срачи. Спасибо большое за донат. の夜9時になるまで動く。夜時間前に疲れて寝ちまったんだ。私は誰とも会ってない。本当に夜9時に体育館を出たんですか？ずっと体育館にいたんじゃないですか？フー、слава Христу。聞こえた。Очевидно было, что в последнюю, потому что там орёт, как его зовут, Дима Билан? Я. Кайта. 東條さんの言葉は本当だと思う。だって。オーマくんが言ってたんだ。Когда зашел в вестибюль, Кируми сразу же заметил меня. Это произошло сразу после того, как я ушел в лабораторию, так что, наверное, было около девяти. Она начала заваливать меня вопросами, спрашивая, не замышляли ли я чего плохого. Да, потом они носились друг за другом. Она все продолжала говорить и отпустила меня только в десять вечера, когда уже было ночное время. Целый час. Ну, лишь половина из этого времени была лекция, вторые полчаса мы играли в салки. Ома-кун ва йору кузи ни Тоджо-сан то деатте, соре кара йору джикан маде иссё датта раши инда. Тайку-кан ни ита Юмено-чан то Анджи-чан во Гонта га цукамае ни кита но га йору 9 時5分前くらい. Де, оре ва соно чокуго ни Гонта но кенкью кёшитсу о дете, соко де баттари Тоджо-чан то аттеру кара.確かに、東條ちゃんが体育館にいられたのは夜9時になるまでの5分間。大間くんにはその話をもっと早くしてもらいたかったわね。ごめん、忘れてた。裁判を盛り上げるためとか、そういう意図はないよ。忘れた？その発言は嘘の可能性がありそうです。Так, Кибо, вот сейчас тебя опять захуесосят. Ну вот серьезно, просто не подходи к этому Кокичу и все.Здорово, Дашка. 人間はロボットと違ってハードディスクから簡単に記録を呼び出せないんだよ。僕が落ち込むと思いましたか？むしろ皆さんの非合理さに同情します。とにかく、もし私が犯人だとすると、たった5分間で星君を殺したことになるわ。У меня так виснет сейчас. Сарани, その死体を体育館まで運んでピラニアの水槽に隠すなんてとても不可能よ。Давайте сохранять. Ой, давайте сохранимся на всякий, потому что меня что-то начинает очень подлагивать игра, и говорили, что она может вылетать.Поэтому я бы засейвилась. Хоси о 体育館に呼びつけて殺せば死体の運搬をする必要はなくなるよ。そうすればあとは水槽の細工だけで済むけど。Блин, Маги, какие гарантии, что это не ты пизданула, Рём? もともと体育館にはアンジーさんたちがいて。極原くんが彼女たちをさらったのは私にとって不可抗力よ。まさかそれを計算に入れてあらかじめ星くんを呼び出しておいたとでも言うの？さすがに厳しそうだよね。おとなしく他の可能性を探した方が良さそうかも。きっと他の誰かが俺と東條ちゃんが話している間に体育館に忍び込んだんだよね。
それができた可能性があるのはアリバイのない残りの3人。イルマさんと桃田さんと春川さんですね。俺様も入ってる。ただその中には容疑者から外せそうな人が一人いるんだよね。だろ、怪しくねえやつがいるだろう。ちゃんとみんなに言ってやれよ。По словам Кокича, в качестве подозреваемого можно ли рассматривать одного человека? Он, наверное, говорит о некой фигуре, виденной им ранее. Кого он видел раньше? Так, сейчас, секунду, кого он видел? Девушку в нижнем белье, Мию, короче. У этого человека есть подтвержденное алиби. Нужно только выяснить, кто это. Ключ раскрытия этой личности лежит в показаниях Кокичи, Гонта и Мио. Судя по тем фактам, что мы имеем на руках, человека, замеченного Кокичи, является... Сода. Ну кто еще мог ходить голый, да? Ома-кун га иттейру но тте... Ирма-сан но кото да ё не? Ну, в нижнем белье, да. А? Нанда то? Эй, братика, спасибо за твою копейку. Ты думаешь, что это мало, мало, но мне так хватит на самараму, маму, маму. Злого художника не ловил Гонта, и у него нет алиби. И, конечно, большие буксы. Злой художник не убийца. Но ты же 8 минут назад предлагал казнить злого художника, Лёш. Почему ты тогда это предлагал? Я не понимаю. Я нихуя не понимаю. Я не понимаю, что происходит в игре. Я не понимаю, что происходит в чате, блядь. Пока Кирами читал мне лекции, заметил кое-что странное. Кое-что странное? По внутреннему двору шаталась девушка, на которой из одежды было только нижнее белье. Было слишком темно, чтобы разобрать, кто это, но ходила там достаточно долго. Не, ну подождите, но это еще, может быть, это не Мио, да? Может быть, это Маки? А, может быть, это вообще Кайта, да? Мы же не знаем, чем Кайта увлекается. И Маки тоже очень подозрительно. Чего сразу все на Мио-то? А что, Кайта худенький, симпатичненький. В темноте можно и за девушку перепутать. Вот, да, видите, Кайта сам подтверждает, что даже он мог ходить. В смысле, блядь? Кайта, ты таким балуешься? Серьезно? То есть для тебя нет ничего странного напялить женское нижнее белье и пойти гулять? Ио! Ио! Совершенно! Я... Ирма-сан де мачигай най ё. Гонта-кун то Ирма-сан но шоуген мо соре о шимеште ирун да. Гонта видит Мио, но лицо Гонты горит, так что Гонта не смочь привести ее. То лицо горело? Ты хотел сказать, что шел по ее горячим следам или что? Нет, она использовала свое, как она это назвать, секретное женское оружие, а потом... Мелкий, я тебя одела в юбочку, а не в свои трусики. Успокойся. Воспользовалась секретным женским оружием, и давай на этом остановимся. Я думаю, Гонта не смотрел уже, джентльмен. Гонта сразу отвернуться. Гонта не смотреть на голую женщину, если она не его жена. Гонта джентльмен. Это
の。俺様の半熟エロボディなら、さすがの暴走ゴンタも手を出せねえと思って一肌脱いだっつうわけだ。わかったか、このゴキブリども。おまい、他のおさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。ужас бедный Гонта。びっくりしたよ。だっていきなり下着姿で出てくるんだもん。что это за чувство? Гонта, страшно, и так и не вышел. Он такой милый, господи. Ма, оре сама ва чибан но кайга о мисебиракасу митэй на хокурашии кивун датта кедо на. Отоко ни штаги сугата нанте мисе нарете ру кара на. Мази де мисе нарете ру кара на.けど、ゴンタはラッキーだったね。これで一生釣りネタに困らねえぞ。Теперь я понимаю, почему мне сказали, что когда у меня на стриме с косплеем Мио отстегнулась булавка и вывалилась сиська, вы сказали, да нормально, канонично, канонично. Что? いろいろと理解不能な部分はありますが、イルマさんにアリバイがあるのは間違いなさそうですね。うん。ちょっと時間がかかっちゃったけど、これでようやくみんなのアリバイが出揃ったし、念のためにこれは覚えておこうか。また後で思い出すこともあるかもしれないしね。Сейчас походу будем дрочить Маки и Кайта. なるほど。これでアリバイがないのは桃田君と春川さんだけになったね。じゃあそのどっちかが犯人なんだね。どっちが犯人だろうね。どちらにしようかな、神様の。какой-то у вас очень кровожадный бог Ханжи。待て待て、勝手に決めてんじゃねえよ。Двое главных подозреваемых Кайта и Маки。Но что-то внутри меня не хочет признавать Кайта виновным。Я хочу доверять ему. Пока не будет конкретных доказательств его вины, я буду верить ему. А, ну са, мазва, 犯人の手口を確定させない。そうすれば犯人につながる手がかりが。そんなまどろっこしいことしなくていいよ。俺にいい考えがあるから。Да вы хоть жги. Что? この二人のどっちかが犯人ってことは、今まで重ねてきた議論から導き出された結果だよね。だとするとこれは決めつけでも何でもなく俺らが導き出した真実なんだよ。だったらその真実をもっと有効に使おうよ。Господи, насколько были легкие суды и понять вообще, кто убийца в первой румпе, насколько нихуя невозможно понять в третьей. 有効にどうやって。この二人のどっちかが犯人なら。残ったもう片方には本人が分かってるってことだよね。あ、コキチ просто предлагает устроить гладиаторские бои、понимаю。だって自分が犯人じゃないなら、相手の方こそが犯人なんだから。お、боже、мы сейчас поделимся на две половины。お、боже、お、боже мой。ええ、確かにそうですね。つまり、俺らの中にはすでに犯人が分かった人がいるってことなんだ。だったらその人に頑張ってもらえばいいんだよ。コキチ сейчас просто стравил двух людей друг на друга。Вот, боже。頑張るって何を？その二人だけで徹底的に議論してもらうんだ。お互いに相手が犯人だってことを言い争ってもらうんだよ。そんなことしても罪をなすりつけ合うだけにしかならないと思うんだけど。それの何が悪いの？もうわし、ぽほい。え？協力とか力を合わせてとか言ってるけど、
それって結局は疑うのが怖いだけでしょ。信頼って言葉に逃げて人を疑う責任を放棄しようとしてるだけでしょ。そんな相手を気遣うような議論ばっかりしてても犯人にプレッシャーは与えられないよ。嘘つきをあぶり出すにはもっと精神的に追い詰めないといけないんだ。そうしてこそ初めて嘘のベールに隠された本性が姿を見せるんだよ。そのためにも容疑者に徹底的に言い争ってもらわないとね。理論とか推理とかはもういいから、相手を貶めて蔑んであざけって軽蔑して叩きのめすような、そんなつまらなくない極限の議論をやろうよ。Не, ну говоря объективно, я думаю, Кокичи прекрасно понимает, что даже если бы Кайто был мирным, да, а Маки убийцей, то Маки его бы просто задушил. そうすればきっと犯人はボロを出すはずなんだ。嘘つきがあぶり出されるはずなんだよ。それも議論の本質の一つ。罰金裁判の醍醐味なんじゃないかな。Кокичи, признай, ты просто привлекаешь внимание Сани. А Сани это кто? Это Шура Шуичи? Спасибо, псу детектив с Дана. Не, Монокума. Папа. Тасикани, сою тенкай мо мориагари со да не. Хора не. Хора не жа не ё! Тебе ва дочи но микато нанда? Мочиро, минна но микато да ё. これだってまだ死にたくないんだよ。だからこそ本気の議論が必要なんだ。嘘つきをあぶり出すための極限の議論がさ。そんなことをやれっていうの。なあ、何から話していいかわからないなら俺が最初の議題を提供してあげようか。じゃーん、これだよ。おっぱおっぱおっぱおっぱ、それモノクマーズパッド。しかもこれは被害者である星ちゃんのモノクマーズパッドなのでした。実は捜査が始まった時、アドバカーン拝借しておいたんだよね。злого художника нельзя казнить, она убийца. Кстати, скоро Монокума будет раздвигать половину. Нельзя казнить, потому что убийца. Ага. Ага. Понял. Спасибо за донат, Алексей.彼の部屋から映像を持ち出したのは犯人じゃなくて君だったのか。で、なんで俺がこのタイミングでこんなものを出したのかっていうと、実は星ちゃんが持っていた同期ビデオが2人の容疑者のどっちかのものだったからなんだよね。この2人の、そこにどんな意味があるのか、それを知るためにもこれがどっちの動機かをはっきりさせておこうか。ねえ、みんなはどう思う？星ちゃんが持ってたのはどっちの動機だと思う？ведь же мотив, оказавшийся у Рёмы, принадлежал Кайто или Маки? Я уже должен знать ответ. Ведь же мотив, оказавшийся у А, господи, у него же кайтовский. Чё я туплю? Сода. Подождите. А никто не менял потом в какой-то момент эти кабопады? Кируми, по-моему, разносила потом по комнатам обратно, после того, как Кокичи собрал, нет? Медведь разносил? Не, Монокабы разносили. Точняк. Оре, нонде вакатта но? Да, сате ва Сайхара-чан га моттеру доуки видео те Момота-чан но даттан дешо. Докара шокё-хо де Харукава-чан о эрандан дэнай?
秀一。そう。うん。その通りだよ。それがどうしたの？星が私の同期ビデオを持ってたからって、私が犯人ってことにはならないと思うけど。にしし、やっと喋ってくれたね。それでいいんだよ。俺が同期ビデオを持ち出したのは、そうやって君に喋ってもらうためなんだからさ。何それ。さーて、二人とも準備はいいかな？そろそろ始めちゃうよ。うん、自分が犯人じゃないなら、相手こそが星ちゃんを殺した犯人なんだよね。じゃあ、極限の議論の始まりだ。死に物狂いで相手の化けの皮を剥がしてみろ。ちょっと待てよ、何を勝手に。ふざけたこと言ってんじゃねえ。どっちが犯人かなんて議論するまでもねえだろ。В смысле нет смысла, а красивое это разделение. Оля, я ханнин же не карна! Это же... Чукуто... Момота-кун, матте! Ома-кун но ярикота игай нимо... Кэдо, Харукава мо ханнин нанка же не зо. Э? Ха? Нани иттеру но? Масака... どっちも犯人じゃないとか言うつもり？ Блин, этот спрайт Кокичи на него самого не похож. Он здесь выглядит как Бруно какой-то из Энканта, ей-богу. Он тут какой-то слишком кудрявенький и... Не знаю, не выглядит как он. そんなの。今までの議論の意味が。今までの議論がどうした？俺もハルカーも犯人なんかじゃねえのは間違いねえ。Маки такая, чтобы ты обосрался, обосрался. Спасибо за отмурить. А, ну раз предчувствие, значит, что это хуйня аргумент. Все, погнали делиться. Не, понтони нани иттеру но? Сайбан но кекка нива, орера зэйн но иночи га какаттеру нда. Масака, кими но тада но кан нанка ни, орера зэйн но иночи о какеру цумори жа най йо не. Ха! わかってねえな。こいつはただの勘なんかじゃねえんだよ。宇宙に轟く桃田海人の勘だ。てめえらの命をかける価値は十分にあるぜ。Во имя сатаны, не трогайте художника. Как это не трогать художника? Художник наша звезда, модератор, который работает сразу на два чата. И что? Как его можно не потрогать? Ее. なにそれ。めちゃくちゃですね。大間くん以上に理解不能です。まさか本気じゃないよね。君ってそこまでバカじゃないよね。いや、バカじゃないですかね。バカだバカ。カミットバカそうだよ。Давайте все обозрите бедного Кайта。バカを連呼すんじゃねえ。とにかく俺もハルカーも犯人なんかじゃねえんだよ。そいつは絶対に間違いねえ。俺はハルカーを信じてるからな。信じる。マキプロスディタク、она вообще не понимает, мне кажется, что он несет. 信じるって。она не понимает его логики вообще. なんで根拠もなく信じられるの？あ？理由も根拠も関係ねえよ。誰が何と言おうと、どんな手がかりがあろうと、最終的には俺自身がどう思うかだろう。俺が信じられるかどうか、俺が信じたいかどうか、大事なのはそれだけだろう。じゃあ本当に根拠はないのね。 100% ただの勘なんですね。でも天子もその気持ちはわかります。だって、天子も夢乃さんを信じたいですもん。Желание верить кого-то? Да, думаю, я тоже могу понять эти чувства. 信じたいって気持ちだけで信じるのは美しい行為かもしれないけど、ただ、学級裁判を根本から否定する発言だよね。やっぱり、バカだな。
バカでもいいと思うよ。信じたい人を信じるのが一番だ。Молодец, молодец. Гонта самый нетоксичный. Гонта молодец. В очередной раз подтверждает звание лучшего мальчика. だからバカを連呼するなっつの。さすがに傷つくだろうが。Не поспорить, классный суд это не то место, где достаточно просто поверить кого-то. Необходимо принимать логические решения, не позволяя вмешиваться своим чувствам. Идея Кайт это абсурд, полный абсурд. Но прежде этот абсурд уже спасал меня, верно? Почему? Почему ты веришь в меня, Кайта? Есть же шанс того, что я... Я верю в тебя, потому что хочу. Разве нужна еще какая-то причина? Что? Почему ты верил в Каэда? Эй, братика, спасибо за твою копейку. Ты думаешь, что это мало-мало, но мне так хватит на Савараму, маму, маму. Ю-ху! Меня казнили, а я так и не узнал, какой у меня абсолютный талант. Нужен загробный тестик, а злой художник все равно такая булочка. Алексей Тихолас, спасибо большое за еще один донат папик сегодняшнего стрима. Спасибо. Спасибо огромное. Как облизываю злого художника. То есть, конечно, в конце концов меня могут предать, но... Если я буду волноваться об этом, я никому не смогу довериться, даже тем, кому хочу. Если я буду доверять своей логике, может, тогда мне стоит довериться и чувствам Кайта. Да, все получится, так что... 僕も春川さんを信じてみるよ。え？桃田くんらしいよね。そうやってみんなを自分のペースに引き込んでさ。君まで何言ってるの？超高校級の探偵が根拠もなしに人を信じるの？でも春川さんが犯人って根拠もまだないよね。それだったら僕は信じるところから始めてみるよ。まずは春川さんと桃田くんを信じてみる。よく言った秀一、さすがは俺の助手だぜ。それに超高校級の探偵って言っても僕はただの助手なんだよ。твои ставки кто убийца? Я в душе не ебу. Я вообще в душе не ебу, кто может быть убийца в этом деле. Абсолютно. Может быть Кируми из-за ее подозрительных слов. Но когда она это сделала, я вообще представить не могу и как. Вообще абсолютно хз. Может быть Анжи. Но опять-таки, кто и как это сделал? Я даже не очень понимаю, как тело перенесли. Вот. Спасибо большое за донат. Итти нагаттаке? Мада, ичининмай но тантэй десу ра най. Мидарай нан да ё не. Шур, не прибедняйся. でもさ、今の状況でどっちも疑わないで、どうやって真実にたどり着くつもり？この状況をひっくり返す手がかりでもない限り、その二人が容疑者というのは変わらない。ひっくり返せばいいんでしょう。え？そこのバカに恩を感じたわけじゃないし、そもそもかばってほしいなんて思ってなかったけど、でもバカだからこそ。切り開ける道もあるのかもね。だからバカって言い過ぎなんだよ。春川さん、何が言いたいの？言いたくなかったよ。でも、もう黙ってるわけにもいかないから。わかった。話すよ。Что ты нам расскажешь? だから話すって何を？私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。Ой, понятно. Что? 昨日の夜時間に星くんと？ということは、昨日の夜時間はまだ星くんは生きていたんですか？でも犯行があったのって昨日の夜8時から夜10時の間のはずですよ。それは間違ってるんだよ。だって。私は夜時間に星と会ってるからね。その話が本当だとすると桃田くんと春川さんだけを疑う理由はなくなるね。そうだよね。そ
その時間帯のアリバイがないせいで二人は疑われてたんだもんね。ああ、俺と春川の疑いは晴れたってことだな。カイト、подожди, ну а где пруфы? ふざけんな。さすがに今の発言を鵜呑みにできっかよ。え、いくらなんでも都合の良すぎる話だね。それに、春川さんはどうして今になってそんなことを言うんですか？あ、куда и торопиться? Куда и торопиться? Все же очевидно в деле, Кибу. Можно было не рассказывать. Все так понятно, да?Все так ясно. Зачем сразу рассказывать? Зачем сразу же нужны нам какие-то улики, блядь, которые будут влиять на решение дела, на того, кто убийца? Зачем? Можно просто, блядь, посидеть, помолчать, нахуй. Сонно киматтеры ё! Харукава-чан но крышимагире но усо дакара да ё! Это было ложью? Маки солгала нам?Это правда, у нас есть далеко не все факты. А Маки, выбрав именно это время, только сейчас делится важной информацией. Если я собрался верить ее невиновность, мне стоит прислушаться к ее словам. Но правда ли мне стоит так доверять Маки? А, что ж, чат, я что-то, я думал, мы еще разделимся на две половины. А мы не стали делиться. Я думал, еще что-то произойдет. Пиздец, минус нервы, соглы. Я абсолютно согласна. Что ж, тогда откладываем этот суд до следующей недели. Да, надеюсь, все будет окей. Я сделаю косплей на Кокичи. Я не знаю, как еще как получится вообще. Я думаю, на таком останавливаться как-то неловко, да? Душа требует какого-то завершения, да? Более-менее логического. А поэтому я предлагаю сейчас пойти на Twitch и немножечко постримить Кеншин. Если кому-то нужна помощь, я сейчас помогу. Вот, походим в данжики, вам с удовольствием попомогаю. Так что, я Шинхе, кстати, вкачала. Так что да, давайте собираемся все через 10 минут на Твиче, и я подрубаю на нем Геншин. Окейси? Вот, а с вами я пока что, кто не пойдет. Блядь, вы просто уберите это от меня. Вот. Значит, для тех, кто вообще уходит, запись выйдет завтра на втором канале. Стрим по тестикам обязательно будет в обсуждении. Завтра разберемся с этим в группе ВК. Через 10 минут всех жду на Твиче, пойдем в Геншине. Если вам нужна будет помощь, за 5000 блюдчик могу зайти в ваш мир, помочь вам что-нибудь там поделать или не знаю, что хотите. Вот, через 10 минут встречаемся на Твиче. Давайте, всех люблю, всем пока-пока. Ну или не пока.